Вторая партия. Хинкус. Справа от нас. Хинкус. Так, интересно, интересно. Тут может получиться яйцо. Ом. Справа получается у Хинкуса красный дракон. Окей. Дуры пока не предвидится. Что-то как-то стало плохо реагировать на escape. Для Си. Того, чтобы пасовать быстро. Ом. Понятно, понятно. Пон-пон. И мне нужно маны отдать как можно скорее, чтобы справа я потом не накидывал. Еще раз маны. Си. Пожадничал, взял красную. Теперь каким-то образом нужно отдать пятерку. Каким, непонятно. Сразу отдать я ее не мог. Отдаю через ход, но ура, он не успел ничего сделать за этот ход. Здесь мы берем так. Си. Отдаем потенциально безопасную. Выходим в Ишантен. Могло быть и Саншику 4-5-6. Вот тупичок, потому что либо мне не дадут зеленого дракона, либо я не смогу освободиться от зеленых, чтобы перейти в Таньяо. Потому что зеленый может быть уже ожиданием чьим-то из этих же соображений. Мой коллега кидать их не будет. Вот 8 опасный тайл, я его кидаю. Я даже вопрос, если кинуть зеленого, стоит ли мне брать зеленого? Наверное, стоит. Я буду выйду в ожидание на 2-5. 4-8 плохо. Восьмерки вышли. Четверок 2. Да, одна четверка даже осталась. Да. Зеленую надо будет брать, если дадут. Но только если дадут. Четверочка. Пройди, пожалуйста. Дом. Не прошла. И у меня две дуры еще. Третья. Плохо. Начало не очень. Привет, Динсу. Что тут у нас? Что тут у нас? Как обычно. Балуемся. Балуемся. Я вовремя. Я первую партию занял второе место, и то в последней сдаче я был на первом и проиграл только потому, что мой главный конкурент взял дешевую руку с игрока, который был почти в минусе. Вот. Поэтому вот. В этот раз у меня есть две дуры. Надо теперь придумать
правильный розыгрыш этой руки. Открывать пон не следует, скорее всего. Да, она либо останется... Давай так. Здесь я беру 5-7. Ставлю пятерки парой. А вообще можно сделать вот так. И потом единицу скинуть и выйти в Таньяо с двумя дорами. Скинул, блин. Ну, придется продолжать. Это упорство. Чи. Чи. Ладно, вернемся обратно. Пондон с Сакадорой. Да-да, но я сейчас перестраиваюсь потихонечку. Блин, вот не знаю. Как быть, как быть. Ой, как сладко. Но нельзя. Еще шестерка. Нет. Да, опять-то мне эту пятерку. Я слева беру 6 ман, если кидают. Больше я слева ничего не беру, не открываюсь. Потому что я так и шантен на самом деле. Так, тут очередной фуритен мне предлагает. Тут и неправильно сходил, что снес двойку. Ман сейчас бы уже был в темпае. Еще раз, теперь понятно, двойку мне дают, конечно, опять. А все почему? Потому что концепцию меняю. То я Танья, то я не Танья. Вот так оно и получается. Блин, ну, я вынужден 5 ходить, потому что уже все. Здесь я зафуритенил четверки очень сильно. И я даже не темпай. Цумо. А, цумо взял. Молодец. Продолжает колбасить. Ничего, ничего. Сейчас что-нибудь придумаю. Не из такого вытаскивали. Сделаю здесь. Кан. Раз, два. Реншантен. Кан. Дора. Отлично. Доры мы любим. Открываться не буду. Дешево. Си. Жду, пока соберется. Справа вот. С объявленным кадом приятно речь объявить. Ладно, давай тогда здесь семерки. Одна вышла, ну ладно. И это был правильный выход. Речи пока не буду.
Все-таки, наверное, стоило сразу речь объявить. Ладно, давай, речь, поехали. Погнали! 7 ман, 1 аут, 6 пин, 2 аут. А мог бы подождать до, например, Саншоку. Ти. 6. Яу. Воу. Сейчас бы я поменял бы ожидание. Не, ожидание поменял, добавил бы 5 красных. Смо. Ё-моё. Вот я попал. Повезло, что у него нет речи, да, поэтому могло быть еще хуже. К сожалению, я в самом низу. Пу-пу-пум. У меня была раздача, голодный человек. 5 раздач из 10 собирал себе тухонец, то чиницу. Может быть, это был я. Хотя я без стрима не играю. Игрок слева фанат Ицу. Если я правильно помню, я уже нахожусь на том уровне, где за четвертое место штрафуют. Четвертое место нельзя. Ой, это был двойной кухай. По одному зашел. Надо тебя заснайпить. Ом. Ну, у вас, наверное, слишком высокий дан. Судя по вашему японизированному нику. Поэтому вас ко мне не подсадят. Даже не пытайтесь. Собираем на Гаши Манган. Он вьетнамизированный. Это ж действительно на Гаши Манган. А есть на Гаши Манган на Тентен? Ричи. Так, интересно. Интересно. Смо. Ничего не помогает. Вот даже второе место становится сложным для меня. Я еще на востоке нахожусь. Прекрасно. До третьего места 13 900. И ничего такого особо кривого вроде бы не делал. Одну как минимум руку плохо разыграл, очевидно, когда от одной концепции в другую меня кидало. Так, зеленый, но это очень дешево, максимум одна дора у меня может появиться. Не, конечно, их может быть больше, но это вряд ли. Потому что мне сразу две доры зайдет. Тройка заходит. Давай. Так. На следующем дилерстве. Следующее дилерство не скоро. Пусть
Ом. Давайте возьмем, попробуем дождаться красной пятерки, либо два соу. Нет. Двойка, окей. Home. Опасно. Опасно. Мне нужен темпай уже. В принципе, много костей жду на темпай. 1-4. И все. Ё-моё. Так, давай, ладно, сходим тройкой. Один, четыре, шесть. Дом. Рон. Это дура. Лидеры Сталара играют между собой. Я пока в минусе глубоком. Рука не очень. Собирать full flash. Можно опять. Чтобы красиво, дорого и аппетитно. Ладно, сюда. Пом. Тем более это пон. Окей. Я дору выкинул. Вместо единицы. Что заходит, не заходит. Ну, похоже, заходит. Красномастная рука. 5-8 бы сюда. Стена потихоньку тает. Один раз мне сегодня получилось собрать такую руку. Си. Так. Последний запад. Последний из западов. Чего, жду, что ли? Нет, не жду. Дом. Да. Я старался максимально
ее разыграть. Причем, господа, если вы видите, игрок справа, он так остается в офлайне. И это значит, что я проигрываю человеку в офлайне. Скилл, скилл. Их с него не берет никто. Они между собой только разбрасывают. Да. Типичная ситуация. Немножко похоже на фондовый рынок, знаете, говорят, что все эти управляющие, как бы они ни старались, какие бы стратегии они ни придумывали, на длительной дистанции они проигрывают просто индексу обычному. То есть, если ты будешь просто покупать индекс, в который входят все бумаги, ты там на дистанции 10 лет будешь обыгрывать любого управляющего. Вот я неправильно скинул, да? То есть, если ты не будешь делать, принимать решений никаких. Вот так и тут бот не принимает никаких решений. Играет в целом лучше меня. Ага. Вот так, да? Давай-ка, дружочек. Я тебе отдам опасную кость сначала. Так надо играть. Меня бить. Так учили. Еще ты тут тоже сумричи. Так. Ой, опасно. Нет, последний. Последний зеленый. Это много, это хорошо. Цумо. И цумо. Таким темпом я вряд ли что-то сделаю. У меня уже оставилось 4000. Так. Мне испортили руку. О, тиран, привет. Испортили руку. О, нет, теперь уже не испортили. Теперь уже хорошо, когда есть два таких. Да-да-да. А, надо вот это снести. Неправильно. Надо. Давай так. Драконы не драконы, драконы не драконы. Нет, драконы обязательно надо играть, иначе совсем мало очков. Ай-яй, не получится. К сожалению, не получится малых. Маловероятно, что мне зайдет белый. Ждать ли в белого, ждать ли в белого. Блин, это будет классно, конечно, белого. Да, давайте, поехали. Пить. Тем более, такая пьянка. Ууу, дура зашла. Ну все. Камон, камон. Give it to me. Бот, ты должен его кинуть, бот. Ты же знаешь, как играешь. А, так. Си. Дуру не отдам. Е-бой. Всего-то 9000. Я так радовался. А здесь не штрафуют разве? Дополнительно за наброс. А, только в три больших штрафуют. Наброс инкаминг. Тиран, ты прозрел ситуацию. Ты просто ее прочитал. Так, окей. Но это все равно четвертое место. Понимаете ли?
Пом. В чем дело? О, он разозлился. Разозлился, сразу взял тех же самых драконов. Разговоров-то было, да. Всего лишь 8 тысяч. Ну что делать, что делать? У меня зато теперь две доры. И я могу продолжить подъем, переворот. Попытаться либо в Таньяо зайти, либо найти еще один восток. За три пона, если не ошибаюсь. Ну, видимо, да. Что-то назревает. Что-то такое зреет, зреет, зреет. Пом. Понять бы, что это. Так, давай. Здесь точно надо доставлять так. Ить. Что я хочу пару дор. Ричи. До сих пор четвертое место, да-да. Ричипон. Пом. А там 9. И это вроде ожидание. Да. На 4-7. Ух ты, ё-моё. Ай! Не успел. Сумо. Не успел, но все равно. Может даже их... Не, я пятерку хотел... А, пятерка тоже попадала. Хорошо. Что не я... Не скинул. Я на востоке был, меня еще унизили. 5000 до третьего места. Такая вот фигня. Не получается. Не получается. Вроде руки такие интересные собираю. Все равно. Так, раз мне нужно 5000, мне сейчас открываться тут особо без толку. А я не могу особо открываться, буду просто собирать сюда-сюда. Может быть, получится 5-6-7 три раза. Пятерка попадала, да, и это был бы фуритен вроде. Чему может привести жадность? Так. 8 сюда. Давай так. Тут типа пару мы будем ловить в дуру. Еще и Ричи зашла. Мне нужно пятерку сносить. Угу.
так. А, бить. Поехали. Мне нужны очки. Стану семерку. Да что ты будешь делать? 12 тысяч. Ну, если бы я рич не объявил, я бы был ближе. 3900. Последняя сдача. 3900. Красный, ой, белый дракон, это мало. А, да... И Восток лидирует. То есть, если он выиграет, мы закончим играть. Ну, только если рич какой-то сделать, вот, типа такого, да, зашло. Зашло сюда, туда-сюда, двойка опять. Ага. Есть шанс, что игрок справа крупно набросит. Шанс такой есть, но его нужно создавать самостоятельно. Рич Хаку 2600. Ну там точно немного. Блин, что-то пар всяких много разных. Даже не знаю, сыграть, не сыграть. В поны. Так, так, так. Так, 4, хорошо. При риче сохраняется шанс поднять Урадору. Поэтому... ждем и надеемся. Шантен, поскорей бы. Блин. Делать нечего, надо играть речи. Эй! Си! Как? А, ну да, сори. Я что-то перепутал, я же на двойке, не на двойке жду. Я жду на того, чего нет. А 4 два раза вышло. Семерка один раз вышла. Жим. Увы, мне не хватило. Никто не накинул. И это, к сожалению, четвертое место. Да, не хватило пару тысяч для того, чтобы уйти от этого штрафа. Пацану точно хватает, а речи белой тут вроде только прямой с бота.
Ну, увы, мы не смогли это проверить. Я вернулся в ноль.